просто навесил, не крепил. Ну, понятно, что подмазки еще подгонять надо, то есть как бы на какие-то зазоры внимания не обращайте, просто для общей картинки, как он смотрится на автомобиле в полном комплекте. Жопа от этого же комплекта, пердачок фирменный Noblesse, порожки и передний бампер, самое это главное. Клиренс, как у штатного, на 16-х катках, даже на 14-х можно будет нормально ездить. Так что вот, ну, вот тут сеточку чуть-чуть тут поправлю еще пока, забыл, сейчас поздняк уже. Ну а так, короче, на любителя. Не знаю, мне нравится. Для себя специально искал, заказывал, брал. Остальным как получится.